Итак, вот у нас собранное устройство. Вот я подключил энкодер достаточно длинный провод. На самом деле это абсолютно не важно. Сейчас мы запустим нашу графическую среду. Вот она у нас загрузилась. Как вы видите, находится у нас тут счетчик. То есть, если мы будем вращать его против часовой стрелки, он будет уменьшаться, начиная с первого заднего числа. Если мы будем вращать по часовой стрелке, он будет увеличиваться. Так, ну вот он же на нуле. Так, ну и на этом, собственно, все.